ты моя вострушка, веселый и резвый ты пташка. Я думаю, присадичек готова. Не правда ли, Танюша? А, Танюша, что с тобой? Уж не больно ли ты? Нет, няня, я здорова. Ну, милые, спасибо вам за песни. Ступайте к флигелю. Филиппина, а ты вели им дать вина. Прощайте, други. Прощайте, матушка. Мамаша, посмотрите-ка на Таню. А что, и впрямь мой друг бледна очень. Я всегда такая. Вы не тревожьтесь, мама. Очень интересно то, что читаю. Так оттого бледна ты. Да как же, мама, повесть мук сердечных, влюбленных двух, меня волнует. Мне так жаль их бедных. Читая книги, дивновалась. Все это вымысел. Прошли года, и я увидела, что в жизни нет героев. Спокойная. Напрасно так покойной. Смотрите, фартук ваш вы снять забыли. Ну, как приедет Ленский, что тогда? Чу, подъезжает кто-то. Это он. И в самом деле он не один. Кто бы это был? Сударыня, приехал Ленский барин. С ним господин Онегин. Но скорее убегу. Куда ты, Таня? Тебя судят, батюшки. А чем ты?